В зале собрались вице-губернаторы, руководители профильных ведомств и министерств. По видеосвязи главы муниципальных образований. Майский указ президента лег в основу 12 нацпроектов. Чтобы их реализовать, Кубань, в свою очередь, должна выполнить 42 региональных проекта. За каждым из них закреплены кураторы. Глава региона отметил, что главная задача проектов не просто добиться конкретных цифр, а изменить к лучшему качество жизни людей. Майский указ – это нормативный правовой акт, который нужно исполнить. Да, президент поставил перед страной задачу, значит, перед регионами, а значит, перед нами, которую мы должны выполнить. А задача на ближайшие 6 лет простая. То есть мы должны во многом где-то кратно увеличить темп экономического роста, ну и, конечно, кратно повысить уровень благосостояния жителей нашего региона. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов, а у нас с вами 42 региональных проекта в развитии 12 национальных проектов, где мы максимально каждый, я обращаюсь к коллегам, своей компетенции будет контролировать и реализовывать тот или иной региональный проект. И не просто с точки зрения административного контроля, а с точки зрения, в первую очередь, мониторить мнение жителей, насколько вокруг них конкретно появляются изменения к лучшему. Потому что одними отчетами наших коллег здесь я уж точно не ограничусь. На совещании заместители губернатора доложили, что уже сделано по определенным направлениям и какое финансирование закреплено за каждым региональным проектом. Вениамин Кондратьев отметил, что выполнение майского указа президента – это стратегически важная задача. Реализацию нацпроектов глава региона будет контролировать лично.